Так, ладно, ребятушки, я занят, поэтому быстрый апдейт по крипте. Срочный быстрый апдейт по крипте. Что, все происходит точно, exactly, как говорит мой дружище Карл, как я вам и говорил. Вот они, продажи по эфиру были на ETF, и вот мы пошли вниз, идет коррекция. У меня, я немножко выпал из повестки на 2-3 дня, как вы, наверное, заметили, если смотрите меня регулярно. А если не смотрите меня регулярно и зашли впервые, то, кстати, подпишитесь на всякий случай, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, ставьте лайк обязательно, чтобы продвигать крипту в массы. Но смотрите, мы упали всего на 5%, на 5,83%, что является вообще ничем еще абсолютно. И вот мы только-только снимаем шапку, по идее, вот этому Барту Симпсону потенциальному. Это, конечно, не идеальный Барт Симпсон, я вам так скажу. У него должен быть более хайер такой четкий. Но в целом может быть все что угодно. И возврат там, ну, как минимум до предыдущей линии сопротивления вполне себе вероятен. А это 3300 по эфиру, там 3300, 3 с копейками, да? Понимаете, какая история? Поэтому даже 3200, вот, 50. Хрен его знает. Я не говорю, что так точно будет, но я говорю, что так может быть. И мы видим, что и другие альткоины тоже корректируются сейчас. Давайте глянем биток по ТРДР, что мы на нем видим. По ТРДР глянем. Кстати, я надеюсь, все подключили ТРДР по скидке из описания. 20% специально для наших подписчиков. В общем, она все еще идет, торопитесь успеть. Тут ничего нету, как мы видим с вами. Никаких сигналов. Хотя оно еще подгружает, на самом деле. Оно еще лернется просто. Вот. Вот, подгрузило. Но все равно тут ничего нету. Таким образом, у нас никуда не делась с вами вот эта нисходящая линия сопротивления по продавцам. И также восходящая поддержка потенциально у нас здесь есть, но, как вам сказать, покупателей здесь мы тоже не видим на таких экстремумах, как обычно, которые выталкивают цену. Так что хрен его знает. На самом деле, на мой взгляд, вероятнее мы сейчас пойдем вниз. Ну, тоже, опять же, какие-нибудь вот эти вот уровни неплохо было бы отретестить. 65 там, типа, 64 заколоть, как минимум. А вообще мы с вами говорили про более глобальную большую коррекцию, которая назревает. Как бы это все не было вообще огромный Барт Симпсон сейчас на всех этих ETF-ах. И куда-нибудь на 49, туда и там всех откошмарить, и уже потом to the moon. Поэтому супер, осторожно сейчас, все риски на себя берите. Потому что, ну что, я разгрузил большую часть позиций на Байбите. То, что осталось, вот сейчас в небольшом минусе. Соответственно, но при этом я вижу смещение нарратива в сторону альткоинов. То есть биток забился, пошел в бок. Это как раз то, что мы с вами ждем для альтсезона потенциального, для его начала. И вот мы видим, что индекс альткоин-доминации начинает отскакивать вверх. Поэтому может быть, может быть. Главное, не верите Пепе, Флоки и YFE, потому что оно уже и тон, кстати, и ноткоин. Вот что, ноткоин. Давайте поговорим про ноткоин. Ой, ноткоин, конечно, ребята, успел наделать шуму, я вам скажу. Давайте так, сразу хочу сказать. Я вам говорил, что он упадет на разлоках, и вот он упал на разлоках. Так что все по-честному. Но теперь-то что произошло? Он отскочил обратно к пиковой цене листинга. Поэтому, ребята, все, что я вам хочу сказать, это будьте осторожны. Посмотрите, здесь мувинги тоже пересекаются. Перекупленность сильная. И это может еще расти и дальше, и это все оказаться прямой линией и вырасти на доллар за монету. Может, но вероятность этого будет стремиться к нулю все больше и больше, чем выше это вырастет. А вот то, что это потом грохнется, вероятность этого уже как бы будет 100% в какой-то момент. Поэтому смотрите сами, ребята, сейчас рынок мемкоинов, щиткоинов, всякое говно растет. Вон турбо, видели, как выросло? Я шортанул, кстати, турбо на гейте. Ну, вообще микрообъемом, вот тут типа $7 забрал. Просто пробую, смотрю уровни, потому что может же улететь еще на цен 20, там и выше, может. Но в целом такое, это, конечно, лакомый кусочек в долгосрочный шорт. Даже если что-нибудь вот такое сделает, вот тут подпродать еще. И набирать потихонечку в плече, уже потом на пробитие туда вниз. Можно усреднять такие шорты. Но дисклеймер, на самом деле, не финансовый совет. На бычьем рынке шортить опасно, друзья мои. А, и на гейте сейчас идет акция. Собственно, я что там торгую активно? Чию вот тоже в лом. За торговый объем до 200 USDT прилетит вам обратно на спот реальных денег. Поэтому торопитесь успеть по нашей ссылке, по QR-коду, залетайте. Если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate, то это как раз для вас. Просто ничего не надо делать. Как обычно, регистрируйтесь, начинаете торговать. И потом вам за объем прилетают обратно кэшбэк. Вот такие дела.
целом держим, конечно, нос по ветру, ухо востро. Вот мы видим, что неделька у нас в целом нейтральная, даже больше зеленая скорее, чем красная. Да, ноткоин плюс 60, плюс 76, плюс 77%. Онда плюс 24, BGB, 18 Chili's, 28 и так далее. Поэтому, если что, не жадничайте, ребята, месяц тоже вон у нас какой бычий, посмотрите, зеленый. День, да, день больше красный, но будут красные дни, а вы как хотели. На бычьем рынке бывают красные дни, просто их меньше, чем зеленых. Так что не знаю, не, круто, конечно, про ноткоин, что дают натапать людям бесплатно монет, но я говорю, это, скорее всего, просто никто не держит, поэтому оно улетает в космос. Поэтому часть вы всегда держите, хотя бы десятую часть оставляйте в монете на случай супер-мега-тузамуна гиперболического. Вот, по-настоящему бычий рынок только-только начинается. Посмотрите на все эти ончейн-метрики, на социальный риск, на массовое принятие биткоина и так далее. Поэтому, ребятушки, все будет зашибись. Всем профитролей. Спасибо, что смотрите Crypto Commons. Нас уже с вами, кстати, практически 102 тысячи подписчиков. Давайте поднажмем и пробьем эту цифру. Так что еще раз говорю, коррекции, да, они разумные, но не вечные. И надо будет тут как бы сидеть вне крипты сейчас вообще и ждать цен ниже. Это чревато тем, что когда это все улетит вот так вот, эфир улетит там на 12 тысяч долларов, биток там на 100 с чем-то, будет уже пофигу, по сколько вы зашли, по 3400 или по 3800. Поэтому не тупите, спот не продавайте, фьючи торгуйте аккуратно, ставьте стопы, лайки, тейки. Всем успехов и до следующей встречи. Пока.